376 наказов избирателей выполнены на сумму более 100 миллионов рублей. И это только за последние полгода. В первую очередь они касались ремонта дорог. Вот, например, в Дагомысе после наводнения 2015 года дорожное полотно и ливневая канализация на Батумском шоссе рядом с домами номер 27, 29 и 31 нуждались в серьезном ремонте. Были выделены средства, и теперь проводится асфальтирование. Следующее направление по департаменту городского хозяйства – это ремонт или восстановление уличного освещения. Тоже очень важная проблема, поэтому мы сейчас смотрим и корректируем эту программу либо в местах массового прохождения наших граждан, жителей нашего города, либо это выходы к автобусным остановкам, либо к детским школьным площадкам. Должно быть там отремонтировано освещение. Многие наказы избирателей будут выполнены к 1 сентября. Это ремонт детских спортивных площадок и самих дошкольных учреждений и школ, приобретения кондиционеров. К началу лета все депутаты, курирующие дворовые площадки, закупили инвентарь и привели игровые территории в надлежащее состояние. Большинство народных избранников выполнили эту работу за счет собственных депутатских средств. Это и помощь юным спортсменам, которые благодаря этому выезжают на краевые федеральные соревнования. Контроль за исполнением наказов избирателей ведет комитет городского собрания Сочи по бюджету и финансам. В 2017 году 550 наказов избирателей будут выполнены на сумму 150 миллионов рублей. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.